Всем привет! Еду в Арижский район Джизакской области в гости к родственникам. Постараюсь снять что-нибудь интересное для вас. По дороге в Ариж такие вот арбузы интересные. Такой формы. Дыньки. Зимние арбузики. Здесь вот арбузики. Гурванники эти, мама. Вот здесь помню уже. Какие огромные. Арбузы. Кархмей? Каунчи, ямонкатки эти. Onlar 35 tane var. Hiç aldım bunları tarzı. Dini po 35 tisiç. Arbuzu po 40. Abdullahcan bu bir tane kodalım. Abdullahcan sort. И сколько килограмм в одном арбузе? 15 лер бар мы? 30 килограмм чикар. 30 килограмм чикар. Больше 20 килограмм по цене 35-40. Это тарус? 40 минут. Келесі 20-дан баран такар. Ну, очень большие арбузы, конечно. Абдулладжан сорт. Сорт Абдулладжан. Бабай, я малый, бабай. Обязательно. Друзья, мы приехали в Караташ. Это Фарижский район. Сейчас я вам покажу кое-что очень интересное. Ассаламу алейкум. Сейчас нам Умида все расскажет подробно. Умидахон, ассаламу алейкум. Мене бирде акаш турлардан хамрли, гуричли, айрон, гуджа турлары сатылады. Бирде келишип, келишилген холда шу махалла айонлары сатамыз. Бу тайорланыш жарайонлары гуджаныки масалан келида түйіліп, тазаланып, кейін 8 саат давамында қайнатылып, пішіріледі. Кейін оны тәпкі көре, хақылагенлер сүтке, хақылагенлер айронға тәккіледі. Хақшыға қарып, істемел қылады. Түшінерлі. Умида говорит о том, что сам процесс готовки 8 часов протекает. Да, в баклажках уже заготовки, те, кто хочет забрать с собой домой, купить для дома. Речка. Девочки немножко стесняются камеры. Вот еще идет одна девочка. К продаже у нее уже все готово. Что здесь у нас? Бидончики. Айрон. В баклажках. Вот такой своеобразный бизнес. Особенно летом здесь очень много. И народа много останавливается, чтобы в жаркую погоду отведать айрана. С райхоном, с зеленью, со всякими специями. Здесь вот перец, соль. Каждый уже по вкусу заправляет. Вот так вот. Среди гор, в горном кишлаке, у речки расположились женщины. И такой своеобразный бизнес у них. Умидахон, катта рахмат сізге.
Sağ olun. Друзья, приехали в Фариж в гости к моему брату. Это центр Фарижа. Вот такие вот дворики Фарижа. Дом. Здесь огород. Там вон барашки у них, сейчас посмотрим.